10 лет назад они стали первыми, кто исполнил в Иерусалиме блюз-рок. Теперь их знают по всему миру. В числе их поклонников известные российские музыканты из групп «Аквариум» и «ДДТ». Познакомиться с творчеством Soba Blues Band смогли и барнаульцы. Это интернациональный проект. Я родился и вырос в Петербурге. Уехал в 92-м году, это больше 20 лет. Мой напарник американец, вырос в Нью-Йорке. А барабанщик у нас израильтянин. Русская публика нас воспринимает, может быть, даже лучше, чем там в Германии или где-нибудь в Чехии, потому что более открытые люди в России. Гастролировать по России Soba Blues Band начали в 2002 году. С тех пор стараются регулярно посещать с концертами Москву, Санкт-Петербург и обязательно сибирские города. В Барнауле, например, музыканты не впервые. Говорят, здесь их особенно ценят. В этом году группа запустила российский тур в поддержку нового альбома «Catfish Boogie». Это песня о любви, дружбе и просто жизни. Именно поэтому, признаются музыканты, они нравятся абсолютно разной публике – от подростков до пенсионеров. You're the one, the one that's good.